Продолжаются отчетные встречи. Аульный округ Кос-Шыңырау в ожидании природного газа. На отчетной встрече сельчан порадовали известием, что возможно начало газификации уже в марте. Приход голубого топлива в округ Кос-Шыңырау не за горами. Предлагается решить вопрос в рамках ГЧП. В целях обеспечения населения округа природным газом, ТОО «Достройпроект» предлагает свои услуги на основе ГЧП по газификации двух населенных пунктов. Общая стоимость по улу Абай составит 293 миллиона 792 тысячи тенге, по улу Дусан – 138 миллионов тенге. При положительном решении данного вопроса с марта 2019 года начнутся работы по газификации. Среди проблем сельчане назвали тусклое освещение из-за слабого напряжения. Аким города Нурлыбек Налибаев поручил безотлагательно решить данный вопрос. На встрече были даны ответы на все волнующие жители вопросы. Работа ведется, народ доволен. Ждем хороших новостей и в этом году. Все работы и поставленные задачи выполнены. Теперь говорят, скоро к нам придет газ. Ждем и радуемся. Агирим Туриман, Елеман Жаматов, Нуржан Музарапшин, Канат Махамбетов, телеканал Кызылорда.